Хей, hey, йога, с вами Шумики. Я уже слышу какие-то странные звуки. И это охотники за привидениями. Будьте бдительны, следуй за ПК датчиком, телеканал смогут. Эй, это Гандин только что скрылся. Так, я не пойму, подождите, мне нужно за моим этим попутчиком идти или же... Останок экстоплазмы, сверхъестественная оболочка, класс 1. Следы эктоплазмы определяют зону паранормального контакта или взаимодействия. Некоторые эктоплазмы можно увидеть невооруженным глазом, но чаще всего следы эктоплазмы можно засечь с помощью пары очков. В смысле, он уже все ушел? Типа вы меня в соло отправляете? Мне кажется, тут еще... Подождите. Минуточку, минуточку. Настройки. Управление. 3-4. Система плазменных частиц. Композитные частицы. Поэтому мне еще 3-4, ребят, будет. Поэтому, да, можно не спешить. Можно вообще не спешить. Эй, это кадет. Сильное излучение конца источника. Мы пришли, а он сбежал. Я засек здесь довольно остро... А, вон где они. Нет, что-то замедление не работает. Slow it down. Да-да-да. Я понял вас. Вы мне предлагаете его замедлять или что? Заморожающий луч как-то очень быстро... стерзает. Давай. Power is emanating from a single focal object. Bring those focal point away. А, боже, сколько же энергии нужно, чтобы собрать такого монстра. Много, очень много призрачной энергии. Не слишком ли легко? Стоп, не так быстро, я что-то еще засек. Да, думаю, это она. Элеонор Твитти, библиотекарь. Look, there she is. Meet us at the stairway door. А, фу, это вы? Она спустилась вниз. Уитсон, поищите сверху другие. Roger. Подожди. Тут точно больше ничего нету? Все-таки внизу, да, она? Мы снова молчим. Вот ты.
Страшно, страшно. Да, да, да. Пике, ease out and try to be quiet. Старайтесь вести себя тихо. Ого, полная левитация, кажется, рядом что-то есть. Ого, Рэй. Что там? Пока не знаю, но что-то есть. Малыш, смотри там. О! Ух ты ж я. Книжный голем. Так, притягивающий призрак класса 6. Голем могут соединять объекты с одной волной. Так, манипулируя ими, чтобы создавать. Он был сформулирован из пропитанной пси-энергии книг в общественном библиотеке. Так. Еще где наши? Новый. Библиотекарша. Полупризрачное создание класса 4. Доктор Элевенора Твитти была главной хранителем общественной библиотеки Нью-Йорка. Коллекция древних артефактов, каменных табличек и пергаментов. В марте 1924 года доктор Твитти пропала. Полицейские управления Нью-Йорка приложили все усилия, чтобы найти ее, включая повторные обыски подземных хранилищ библиотеки, где ее видели в последний раз. Она так и не нашлась живая. Теперь ей приходится бродить по хранилищам, все так же выстраивая книги и заставляя так замолкнуть шумных посетителей, прижимаясь к губам костлявыми пальцами. При большинстве появлений она все-таки же привлекательная и миловидная женщина. А какой была при жизни. Но стоит ее рассердить, и она превращается в яростный ужас. И да, помогут тебе небеса, если ты вовремя не вернул книги. She keeps shushing us. That's her, the Grey Lady. She's the first ghost we ever hunted. Господи, серая леди, наша первая. Я уверен, что Гэмбл, чтобы тише. Ее легко спугнуть. Чё ж, слишком... Погнали! Да, ну просто невероятно. А-а-а. Вау! Ну, слушай, this place is reading like a psychic pressure. Ух ты, это место просто... I'm your thrower. Кишит псих. Everybody stick close together. Here, this way, quick! А, я говорил, Джек, да, вместе. Гибко подходи, Рай. Эй, новичок, держись. Гена эктоплазма. Ладно. Ведерко. Температура падает. Падает это. Вот это вот стрёмно, то, что здесь темно. Ребят, я тут в периодической архиве наткнулся на пару вырезок из газеты. Здесь написано про психа по имени Эдмон Гува. Коллекция. Продолжай. А у него интересная история. Он собирался редкие книги и как-то раз соблазнил главу библиотеки. Ладно, рот Вити. Серую леди? Выходит, что да. Не-не-не. Фу, блядь. Я понял, иду сюда.
Ой, блядь. Это уже не летающий призрак был. А, синий цвет, я понял. Так. Подневольная лампа. До 1959 года знаменитый писатель Артур Хьюстон проводил исследования для своей новой книги за этим библиотечным столом. Под этой лампой более 13 лет. В 60-е у него образовалась творческая кризис. Так его и не отпустившись, психологическое расстройство Хьюстона передалось лампе и остается в ней и сейчас, не позволяя никому читать при ее освещении. Окей, что-то у нас было. Бумажный конструктор, преобразованный композит, класс 6. Необъяснимо тяготящие к старой библиотеке и архивам, эти взломные явления известны тем, что составляют свои существующие формы из бумаги, книг, томов, пергаментов и даже древних свитков, чтобы управлять ими и взаимодействовать с миром живых. Бумажные конструкторы, кажется, также контролируют более мощными существами. При распечатке могут умереть. А, то есть меня бы так и так, да, заставили встретиться с этим призраком? По факту туда. Чего, бля? Серьезно? Нихера себе, снаряжение тут можно какое. Так, повышенная скорострельность шокера. Снижение нагрева шокера. Усиление луча стазиса. Снижение нагрева луча стазиса. Ну и перегрев тогда уменьшу. Иммунитет к урону от базовых частиц. Хотя... Я не знаю, насколько это фигня. Парни, здесь тишина. В хорошем смысле. Вы как? Страшно, вырубай. Это один из создателей. Да. Сука.
Как же они... Хотя, все разрушим к херам. Эй, малыш, я в каком-то темпе коридоре, двигайся быстро. В сторону. Уф, класс 1 swarmers! Pesky, but combustible. Ладно. Ай-яй. You've got it! Ow! Поднимайся. Че это за летучие мыши такие? Ага, летучая книга. Неизвестный призрак, понимать? Нихера их был оттуда. Да понимаю, почему так быстро разнесло его. Еще что-то? Где это же телекинный класс опять? Следи. О. Бля, почему сразу в справочник не показывают? Inclow match tag. Что новенькое? See what he did? Give him a new home in our containment facility. Throw your trap rook! Look, did you see that? More than I expected. Так, подожди, подожди, давай, наверное, с тем разберемся. Рейнджи, нет! Сраные книги. Поднимайся, мэн. Мужик. Мужик, не падай духом. Слизни. How easy was that? Тихо, тихо, тихо. You're hurting it. Так, переключаемся. Тихо. Успокойся. Готово. О, почти. Да, ух ты, отличная работа. Мои поздравления, Рэй. Ох, я рядом с научным специальным отделом. И кое-что здесь... Мы уже в пути. Да, непонятно, враги. Так, у меня 15-ка на руках. Не, все-таки это нужно тоже прокачивать. Потому что очень быстро перегревается. Даже нагрев луча.
Так, добавление фильтра положения гравитационов в кольцо конденсатора шокера снижает нагрев от каждого отдельного импульса частицы темной материи высокой плотности, что в свою очередь уменьшает нагрев прибора, позволяя осуществлять большие количества выстрелов без риска перегрева. Поскольку вспышка на высоке гравитационном фильтре может привести к временной потере зрения, не следует смотреть в сторону выпуска плазменных лучей нейтронным бластером при выполнении выстрела. Окей. Так, все. Держи глаза открытыми, это мелкие твари способны... Двигаемся дальше, мне бы не хотелось здесь оставаться. Okay? Ты в норме? Так, готово. Ты как там? А, справляешься потихоньку, как я говорю. Да плевать на разрушаемость. Деньги платят, в скобочках не платят. Чё ты там? С одним пытаешься мучишься. Все, погнали дальше. Хотя подожди, может тут что-то найдется. Ты чего стоишь? Погнали. On the right. It's a whole bunch of them. I like your style, kid. Yow! Ой-ой-ой, да, нужно все-таки прокачать, чтобы... Меня лучше не трогали. То что, да, это жопа немножко. Не бежишь, приятель. Да, то что они типа атакующие. Зефирки тоже были атакующие. Спасибо, что предупредил, Рейн. Доступ к апгрейду. Апгрейд у меня есть. Не, мне лучше все-таки, да, урон, чтобы не получать. Мне 10 тысяч, да, нужно. 14. Да, дальше. Куда мне идти? Вот она, тихо. Нужно и подкрасно. Я не расслышал, Рэй, повтори. Хватит болтать! Мы и так близко. Рэй, что-то я ничего не слышу. Рэй. Ты идешь? А идешь. Я сам. You've got him on the ropes. Same team. Вставай, вставай. Above you. You've got it. Oh.
More than I expected. Да ладно вам. Почему они только за тобой гонятся? Нет, не трогайте мои книги. Там доступ по прыгать. Маршрутка по... Превосходно, кадет. Нужно выбираться отсюда. Ну, открывай дверь. Приключения. А, Уитсон, где тебя носят? Я тут заглянул в периодический отдел, смотрю, как вчера вечером сыграли Никса. А что? Там что-нибудь сказано о коллекционном Уитсоне? А здесь говорится, что коллекционно использовал служебное положение Сериал Леди, чтобы добраться до редкой книги, в особенности до книги под названием Горизонтальный кодекс. Горизонтский. Ничего себе. Да, и никогда не его раскусила, выгнала его подальше. Умница. Не совсем. За это Эдон ее убил. Серая леди была лишь первой жертвой, после он убил еще и две. Дай-ка угадаю, он коллекционировал тела словно книги. В точку, Рэй. С меня обед. И последний за секунду до повешения, он сказал, что вернется в образе бога отца Тлора, дабы с его коллекционной редкими книгами и самой библиотекой ничего не случилось. Все-таки он был книжным. Не за ним ли мы здесь гоняемся все-таки все это время? Не, на самом деле новые вот эти вещицы довольно сильно мешают. Ну и нам. Виды, а это только 2 из 4. Ладно, я не утверждаю, что это плохой призрак, но хороший я бы тоже назвал. А чего ты их расхерячиваешь? Вам полетели. Пожалуйста, не кидай меня, я не пойду в детский ад сам. Эй, пошли, пошли, блядь, ты что гонишь? Ты это слышал? Не, я это не слышу, ты что? Здесь кто есть? Это дети? Что они говорят? Кажется, они что-то пытаются сказать. Слушай, ни на что не намекаю, но мне кажется, нам стоит отсюда выбираться из этого. О, блядь, как же я не хочу идти к этому компьютеру. Я ничего не замечаю. Стоять. Можно дверь открыть? Можно. А, там игрушка.
Окей, понимаю. А, и стекло падает, падает. А сколько у меня денег? Come out, wherever you are. Выходи, где бы ты ни был. Oh boy, we're not alone. О боже, мы не одни. Ugh, I gotta be more careful. You all right? Ты в порядке? What else did Гувер collect? Да, еще коллекционер Гувер. Ладно. Не беда. Ой, ба. Поехали. Bye. You got that right, Scooter. Ты все правильно понял. Here's the place. А вот и он. Ну, сейчас специальный зерна дел. Эти комнаты наполнены редкими и ценными томами. Okay, she's in here with Egon. No, no, хорошо, она здесь. Эгони, не шуми. Изучить. Отрывной календарь судьбы. В 1975 году, во время осмотра содержимого 17-го ящика со старыми фотографиями, которыми издатель календаря Вернер Гишман приобрел на аукционе, он наткнулся на настоящий клад. 20-летнюю коллекцию очаровательных королев парадов ко дню благодарения. Очаровательных королев народных... Так. Парадов ко дню благодарения, проходившихся в Нью-Йорке. Странно сходила с ума от ностальгии по красоткам прошлого. Гишман принял, на какую золотую жилу набрел, и начал печатать эти эту коллекцию на 16-месячном календаре. Он не знал, что фотографии, установленные в определенном порядке, расшифровывают код, оказывающийся на истинную природе дьявола. Природа, это, как оказалось, не так уж и впечатляет, как вы думаете. Покляшев защищать этот секрет в течение бесчетных поколений темносекта, бдительный легион наложил заклятие на ящики с календарями. Вот она. О, oh бой. О, господи. А, блядь, не подлетай к мне. Ё-моё, да помогите! Their shields. Use the capture stream on their shields. Помните, что ты говорил, что этого желал? И где же она теперь? А валентность повысила где-то здесь. Так, подожди, а что это за призраки были? Ну, вы какие-то. Книжен Центуриор. Укрепленный композит класса 6. Неизвестно, является ли источником притяжения книги или содержимого в них знания, но эти сущности класса 6 предпочитают те же места хранения книг и свитков, что и бумажные конструкты. Книжный Центуриор состоит из капитанных эксплуатаций книг и бумаг, но концентрация книг намного выше. Однако более заметно этот Центуриор носят отличительный щит
концентрированный барьер энергии, который отражает большинство атак врага. К счастью, луч захвата может атаковать и не напрямую, а потому им можно вырвать щит из руки Центариона. Давайте быстрее здесь искать. Мощный всплеск. Прямо здесь. Так. Рыбки. И бомжи. Да, взгляни на это. Чувствуешь ветер? О, класс, тайный проход. Прекрасно. Берем просто так, зажимаем. Я понял. Ладно, я не понял. Давайте, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.